Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с представителями древнеегипетской мифологии. Тотемом древнеегипетской мифологии бог земли и времени. Демиург, сотворивший из первобытного хаоса мир богов и людей. Ему принадлежат глубины земли, минералы и растения. Я цитирую теперь. Имя Тотенина переводится как «поднимающаяся земля» и означает «уста сотворения мира». Он первый холм среди первозданных вод, кто создал все сущее в своем сердце и дал название. Благодаря Тотенину появляется еда, подношения и все хорошие вещи. В священных гимнах называется отцом солнечного божества, которое рождается поутру, поднимаясь из земли Тотенин. Изображался в виде человека с двойным султаном на голове или в короне Атеп. Это белая корона с двумя окрашенными в красный цвет перьями страуса по бокам. Центром его почитания был Мемфис. Позже Тотенин стал отождествляться с Птахом, из-за чего имя бога Тотенина стало синонимично имени Птаха. Синкретический бог Птах Тотенин почитался как дающий пищу. Но так вкратце из Википедии о боге земли и времени. Демиурге, сотворивший из первобытного хаоса мир богов и людей, ему принадлежат глубины земли, минералы и растения, Тотенин. Пока-пока, до свидания.